Здравствуйте. Здравствуйте. Большой проспект? Да, 92. Батарейка села, заходила в магазин, просила, чтобы мне заказали такси. Угу. У вас сдача без будет? Ну, вы меня подождете, там буквально 2 минуты, прям возле подъезда. Залог у вас есть что-нибудь? Блин, ну что залог? Ну, не знаю, что-нибудь. Ну, я пальто хорошо оставлю. Давайте пальто оставим. Отлично. Угу. Чтоб не это, и вы не переживали. Конечно, естественно. Я, конечно. Я понимаю вас, это ваша работа. Да, конечно. Познакомилась с парнем. Угу. Уже приезжала как бы к нему сюда. Угу. Договорились о встрече. Угу. Приехала. Ну, будем честны, скажу прямо, за материальную плату. Вы приехали? Да. Угу. Подождите, за материальную плату в каком плане? Ну, за материальную поддержку. Ну, вы говорите как есть. За деньги. Не, ну понятно, чтоб он их дал или вы что-то ему должны взамен? Ну, я просто не могу напрямую так спросить. Естественно, что-то взамен я должна была дать. Ну понятно. Ну и что вы думаете? Секс, точнее, да? Ну да. Угу. Он мне говорит, что деньги перевел. Угу. Я ему говорю, у меня никаких поступлений не было. Угу. Что за бред? Я 2 часа сидела, он на меня и кричал, и что такое не делал, и пытался, да ты обманываешь. Я говорю, что обманываю? Ты мне покажи чек о переводе, угу. Что ты перевел деньги. Он, пойдем туда, я тебе покажу. Я говорю, ты что, дурак, что ли? Я угу. На дуру похожа? Я сейчас пойду, ты меня шарахнешь там чем-нибудь по голове. Хер знает, ну вот что от тебя ждать? Ну да, всякое. Ну, по большому счету. Я говорю, не-не-не, он разорался там, блядь. Ну, не очень приятная ситуация. Короче, я из-за него потеряла просто 3 часа времени. 3 часа. Короче, он так и не показал, что он перевел. Нет. Нет. Ну, как бы, блядь. Урод, просто кончил. А это откуда вы вышли? Это клуб, бар или что? Нет, это магазин. Магазин? Да. Ночью? Да, там магазин работает. А, круглосуточный? Да. Подождите, а вы встречались в магазине, что ли? Нет, мы встречались, я приехала к нему домой. Мы пришли, он сразу говорит, пойдем в машину, что-то сидели в машине. Ну, сразу непонятно, понимаете, какая-то тема. Понимаю, да. В машине что-то, я думаю, да иди ты в баню, какая машина. Хотел на халяву, короче. Да. Козел какой, а. Урод. Не, вот не говорите вообще, блин. Ну, что за бред, блин? У каждого своя, неважно, как достает кто, как деньги. Ну да, главное ну, заработать. Чё ты, блядь, ну, как, ну, мудак, полный мудак, я считаю, блядь, ну, так поступать. Иди тогда, блядь, передёрни, я не знаю. Угу. И если не секрет. То есть, сколько денег, да? Да. Ну, за 2 часа он мне должен был отдать 6 тысяч. По трёшке, грубо говоря. Да, плюс такси. А где вы познакомились вообще? В интернете. Ну, это через сайт запись? Телеграм, нет. А, через Телеграм, а... Ну, я не знаю, ну, нету у тебя денег, ты пригласил бы тогда на МБР, я не знаю. А МБР, что это такое? Нет. А? Без резинки или с резинкой? Без резинки. Я деревня, ну я даже не знаю, что такое МБР. Знаете, я тоже из маленького городка, и в этой теме только полгода, у меня буквально было полноценных 3 встречи. Uh-huh. А на МБР я езжу, я получаю от МБР удовольствие. Ну, то есть я хочу, потому что нехило. Ну, да. Зато красиво, да? Зато приятно. Ага. А, так сказать, кончают куда? Ну, если это МБР, а с резинкой? Презерватив. А, не, а стоит сколько? А, с резинкой? Да. 1,5. А, то есть разница фигня? Да. Ну, смотрю, у кого как, знаете. А МБР это как переводится вообще? Нет, без резинки. А, я вообще тупой, ну все понял. Нифига себе. Ну, МБР без резинки.
фига вы его сокращенно прозвали? Блин, а что еще может быть? Да, я фиг его знаю, ну там всякие, может, я что-то не знаю. Ну, я не знаю, секс, МВР, То есть за куни это тоже платят? Конечно. Офигеть. А это сколько стоит? Полторы. То есть это просто полторы, это вот куни и все? Да. Охереть. Нахуй. Мужики платят за это деньги? Ну, ко мне, допустим, приезжает юрист. Угу. Ну, вот он делает куни в тачке. Он обнюхается какой-то фигней, мехом, ну, который там его... мажет. Угу. И вот он 40 минут типа из серии лежит, и 4 тысячи. Обалдеть, может. Бля, сколько он с дебилов все-таки в стране. Не говорите. А это как это там называется? Там, блядь, золотой дождь или что-то такое? Да, да, да. Что такое, расскажите мне поподробнее. Ну я в интернете, блядь, видел. Когда тебя описывают? А что, это прикольно? Я не знаю. Копра, но я ни разу с этим не сталкивалась. Что такое коп? Это когда на тебя капают. Ёб твою мать, да. Блядь, ну нахуй. Да, вообще. В смысле, это тоже специально? Да. Ёбаный ты. За это платят большие деньги. Что, реально? Да. На человека, до которого насрут, он платит за это деньги? Да. Обалдеть можно, блядь. Ну это, блядь, это все, это, блядь. Это бизнес. Да. Ёбаный. Не говорите. Я, кстати, первый раз вот так. Да вы представьте, сколько я нового узнал, блядь, в своей жизни, блядь. Сколько разных дебилов, а которые, блядь, я ездила, у меня первая встреча была. Чувака надо было пиздить просто. Реально пиздить. Ну, и когда чувак положил член, ну, встал на колени перед диваном, взял досточку такую, положил эту доску на диван и положил член, дал мне ремень и сказал «бей». Блядь, знаете, я убила со всего размаха, просто со всего размаха. У него член был багровый, фиолетовый, черный. Я говорю: «бля, слушай, чувак, а чего ты получаешь удовольствие?» Он говорит: «а когда вот заканчивается все это действие, и у него вот это все болит, имя. А оно в паспорте также? Да, Хрусталёва Ксения Викторовна. Ну вы только все равно что-нибудь оставьте. Так я вам пальто и оставляю. А, да? Конечно. Я просто не смотрю, вдруг вы разденете сейчас. Нет. Так, здесь или еще дальше? Нет, вот моя. Все хорошо, я вас жду. А, сейчас, секундочку. Все, выходите. А у вас нет сигарет? Есть. А угостить меня? Конечно. И зажигалку. Сейчас, секунду. Я пока буду бежать. Можете с собой взять? Зачем? А, не надо? Не надо. Вы мне... А можно приходить? Да. Так, я быстро. Хорошо, я вас жду.